Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Первая в этом году встреча президентов России и Беларуси прошла без дополнительных антиковидных ограничений. Между лидерами не было социальной дистанции в несколько метров. Президенты разместились в креслах у камина на небольшом расстоянии друг от друга. Безопасность в Европе и ситуация вокруг Украины – две из наиболее острых тем, которые затрагивались на встречах. Путин и Лукашенко также поговорили об активной фазе военных учений, в которых оба лидера завтра намерены принять участие. Есть действительно о чем поговорить. И экономика неплохо развивалась, если бы не эти внешние факторы.